погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. Состав хозяев. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Посмотрим, как будут играть гости. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. Состав хозяев. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Посмотрим, как будут играть гости. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. Состав хозяев. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Посмотрим, как будут играть гости. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. Состав хозяев. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Посмотрим, как будут играть гости. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. Состав хозяев. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Посмотрим, как будут играть гости. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Большой путь Лиги чемпионов начинается сегодня. Первая игра группового этапа началась. Нас ждет фантастический футбол, и надеемся, что мы увидим его уже с первого матча. Спасибо, отличный пас, сказал соперник. Эдуардо Сальва.